Приветствую, друзья мои. Это Новосибирск, это центральный суд города Новосибирска. Здесь сегодня прошел процесс по делу Яны Дробноход. Она, ее судили, но сейчас мы у нее спросим, за что ее судили. Яна, привет. Здравствуйте. Вот Яна. Все, привет. Я вышла, да. Наконец-то. Ты вышла наконец-то, да? Наконец-то. Меня расскажи, вышла. С чего началось и чем закончилось? Ну, как всегда, как обычно, в субботу в 12 часов я пришла на площадь Ленина поддержать Хабаровск, да, высказать свое мнение. Значит, проведя в одиночном пикете 2 часа, подъезжает машина, которая подает нам знак сигнала клаксона, да, и опять же наши ДПСники останавливают его, и мы подходим к машине, чтобы человека выручить, да, чтобы ну, его не задерживали и не штрафовали, как они обычно это делают, на 250 рублей. Секундочку. Друзья мои, вот этот эпизод вы сможете найти на ютубе у Ханова Тимура. Да. Отпускай! 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 Вот. Значит, мы стали поддерживать водителя. Выстроился человек 5-6 полицейских, которые выстроились возле этой машины, не дали нам пройти, ну, чтобы как бы освободить водителя нашего, ну, то бишь, чтобы он уехал. Что, физически хотели освободить? Конечно, мы его хотели забрать, помочь ему, точнее, уехать вообще. Но полиция отцепилась, не давали нам пройти. Все, мы начали скандировать, что полиции позор, значит, но полиция никак не реагировала. Они порешили, что если я такая активная, да, значит, я должна быть виновна. И, значит, приписали мне 2 статьи. Сначала меня предупредили, что нельзя, да, кричать, что полиция позор. Два раза меня предупреждали, ну, как бы... Там это не, во время процесса. Во время процесса, во да. Во время события. События, да. Люди поддерживали также меня, что нужно отпустить водителя, да, что полиция позор. Ну и все, значит, ладно, меня предупредили 2 раза, все, я ухожу с площади, сажусь в трамвай, еду домой. Останавливается полиция, трамвай, меня забирают с трамвая, это, кстати, на видео тоже есть, забирают с трамвая и увозят в отделение. В отделение, это на Мичурина, получается, центральное отделение полиции. Держат меня там 3 часа, говорят о том, что через 3 часа мы вас выпустим, все нормально, все хорошо. В результате... Меня не выпускают. Да, составили протокол, составили протокол, да. Оскорбление полицейских, оскорбление Путина. Значит, 2 статьи на меня составили. КОАП, получается, 20.1. И все. И буквально через минут 15 меня увозят в ИВС. Через задний выход. Да, через задний вход полиции, чтобы никто вот не видел. Сейчас еще один. Этот эпизод, когда мы ждали выход Яны, мы там, ее товарищи, а я это снимал. Этот эпизод тоже зафиксирован, наверное, покажу. Как ждали, кричали: Яна, выходи, отпускай. А хитрые полицейские вывели ее сзади. Да, через черный. Яна, выходи! Яна, выходи! Яна, выходи! Посадили в УАЗик и увезли на ИВС. Ну, все, увезли на ИВС. ИВС это следственный изолятор. Следственный изолятор, да. Сказали о том, что до понедельника я буду сидеть здесь. Все. Ну, недолго думая, я сказала, что мне плохо, будьте добры, пожалуйста, отвезите меня в больницу, потому тебе что... Тебе реально было плохо? Да, меня затошнило. Так как меня затошнило, да, я переволновалась. Меня увезли, значит, в больницу, продержали там 5 часов, но не зря я съездила в больницу, меня зато проверили все, от крови до УЗИ, то есть полностью. В какую больницу? Залесского 6, горбольница, да. И все время, когда мне проверяли, анализы брали, да, мы их ждали, то есть на связи был генерал, который контролировал эту всю ситуацию и говорил врачу, главному, сделайте все, чтобы она была здорова, так как она должна быть на ИВСе, обязательно. Откуда это... известно, что это был генерал? Потому что мне, я сотрудника полиции спросила, который меня сопровождал, он об этом сказал, да, что это с ним. Проболтался, ты парня заложила. Может быть, не знаю. Ну и все, и в общем, и в результате меня обратно доставляют в ИВС, и все. И то есть я до вот сегодняшнего дня я находилась в ИВС. 2 суток, да? 2 суток, да. Хотя говорил о том, что у меня дома маленький ребенок меня ждет, как бы понятно, что он с мужем, но ребенок же ждет маму. Мне не давали 2 дня позвонить, даже позвонить не давали. То есть я осталась без связи, без изоляции, в полной изоляции, ну как фургал. Но одна есть... была в камере или там были еще? Я была в камере, у нас было 4, все нормально, девчонки хорошие, то есть меня встретили, все хорошо. Я сейчас агитировала, минимум 8-10 человек придет на площадь в 12 часов дня, в субботу на площадь Ленина. А сегодня как суд проходил?
А сегодня суд проходил, ну, в открытом режиме, то есть судья засчитал мне права, объяснил мне, что я была не права, но на самом деле я отказалась от того, что я оскорбляла полицейских. Мы просмотрели видео, полицейских я не оскорбляла. Я просто единственное, что попросила о том, что полицейские освободили этого мужчину, не выписывали штраф мужчине, которого задержали. Вот и все. Ну, мне, значит, так как у меня наличие несовершеннолетний ребенок, их двое, да, выписали штраф в размере 2000 рублей. За какое? В чем состояло твое преступление? В том, что якобы я оскорбила полицейских и оскорбила Путина. Хотя этого не было. Слово 3-2 раз Путин не для нас, я считаю, это не оскорбление, это высказывание гражданской позиции. А какая-то лингвистическая экспертиза была вот этих слов? Или чья оценка, что это оскорбление? Не было ничего. Судья просто просмотрела видео, и на основании вот этого видео, что 3-2 раз Путин не для нас, она сделала заключение, что якобы я оскорбила Путина. А как фамилия судьи? Ой, Березняк. Судья Березняк. То есть у судья Березняк с большим воображением по поводу лингвистики. Понятно. Наверное, да. Ну так все. Все, меня еще вопрос задали. Вы будете выходить? Конечно. Вот я хотел спросить. Выходила, выхожу и буду выходить каждую субботу в 12 часов на площади Ленина, поддержать хабаровчан. Хабаровск, мы с тобой. Хабаровск, мы с тобой! 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 Ну вот такая неутомимая Яна. Она сама из Хабаровска, самая активная участница протестных акций в Новосибирске, которых проходит по субботам. Ну что ж, вероятно, мы ее еще увидим. Возможно, ее еще увидит суд, но я надеюсь, что суд всегда у нас справедливый. А если он несправедливый, то будет оспариваться, наверное. Будьте здоровы, ваш Тимур Ханов из Новосибирска.